Дешевый супермаркет. Если берешься за дело, будь лучше всех. Привет! А я Люси, и я буду вас инструктировать. Добро пожаловать в команду Косворд. Мы любим труд, но мы люди веселые. Думаю, нам всем здесь будет очень хорошо, поскольку Косворд не просто магазин, это семья. Прежде чем начать, я прошу вас всех пописать в стаканчики. Вот черт. Нет струи. Расслабься. Я замужем 10 лет и не такое видела. Может, дать кока-колы? Трудно, когда вы стоите и смотрите. Могу свое пипи продать. Уже 2 года как не ширялась. О, наконец-то! К сожалению, у нас нет вакансий в секциях аэробики или йоги. Но вообще-то нам нужен тренер по кунг-фу. Да? В смысле, о боже, я что, разве я не сказала? Я с пеленок занимаюсь. Вот. Здравствуйте, добро пожаловать в Космарт. Смотри. Привет! Добро пожаловать в отдел косметики, секция 12Б. Вот так. Добро пожаловать. В продаже новые компакт-диски. Секция 20. Здравствуйте, сэр. Добро пожаловать в Костмарт. Товары для охоты. Секция 3. Я и глазу моргнуть не успела. О, Джейн. А, Вероника. Привет, как дела? Чудно. Чудно. Ты что, работаешь здесь? Добро пожаловать в Костмарт, мэм. Надеюсь, вы заглянете в гастрономический отдел за бесплатным кусочком чеддера. Газы у меня от сыра. Где у вас табачный отдел? Прямо у входа. Вообще-то курить... Дик, давай туда. Я понял, понял, догоню. Постойте, мэм! Мэм, добро пожаловать. Ну что ж, здрасте. Здрасте. Меня зовут Джейн, и я ваш инструктор... Сегодня по изучению дзюнь кунг-фу. Давайте сразу и начнем. Поехали. Просто немного разогреемся. Давайте. Да. Вместе со мной руки и ноги. Постойте. Мэм. Ха! Ха-ха, попалась. Удар, удар, и шаг, и шаг! Как больно! Я увидела еще на входе, как пожирал ты глазами мои груди! А знаете, я рад, что меня уволили! Как человеку жить и кормить семью на такую зарплату? Сосед дал!